А кто из нас в детстве не мечтал стать ковбоем, а? Это же круто. Шляпы, винчестеры, лассо и кольты. Только вот что делают ковбои? Ковбои, судя по фильмам, стреляют в плохих парней, выпивают в баре с хорошими девчонками, ну, естественно, ездят на лошадях. Перед тем, как ездить на лошадях, они этих лошадей объезжают. Так как американцы умеют из всего сделать шоу, они сделали шоу из этого и назвали это «Родео». А Галилео может из всего, что хочешь, сделать сюжет. Поэтому мы разобрались в их «Родео», можно сказать, объездили их тему. Смотрим. Это хрупкая, милая девушка Ольга приехала на ранчо, ни за что не поверите, укрощать диких лошадей. Если честно, Галилео кажется, что даме такое занятие не под силу. Ведь укрощать придется вот этих диких мустангов. Они настолько дикие, что человека к себе даже близко не подпускают. А уж о седле и подавно никогда не слышали. Такой дикарь ни за что не позволит на себя взобраться, а тем более не будет катать. Чтобы объяснить лошади, кто на конюшне главный, опытные наездники устраивают родео. Это искусство объездки лошадей. Большие специалисты по этой части, конечно, ковбои. Они лихо объезжают даже свирепых быков. Хотите узнать, как у них это получается? Тогда вернемся на ранчо. Хозяйничает здесь великолепная Джулия, по-русски просто Юля. Она вместе с ковбоями готовит животных к родео. Лошадь, которая сейчас смирно стоит в объятиях Юли, уже объезжена и прекрасно понимает, что возить на себе всадника – одно удовольствие. А вот этот дикий мустанг никак не догадается, чего от него хотят. Бедняга так напуган, что не позволяет до себя даже дотронуться. Человеку рядом с таким дикарем тоже не сладко. Если конь со страху его легнет, костей точно не соберешь. Чтобы объездить лошадь, сначала на нее нужно надеть седло. А это ой как непросто. Погодите, кажется, нашелся смельчак. Он сообразил, что сначала на коня нужно аккуратно набросить вольтрап, мягкое суконное покрывало. Животное вроде не против. Теперь попробуем седло. Удивительно, но конь стоит смирно. А ведь в любую минуту может махнуть копытом. Пока в конюшне готовят диких лошадей, на отгороженном участке, леваде, уже началось настоящее шоу. Ковбои пытаются заарканить кобылу. Это животное не дикое, просто молодое. Вот и не понимает, чего от него хотят. Оказывается, садиться верхом на лошадь нельзя, пока ей не исполнится 3,5 года. Иначе животному можно сломать спину. Седлать этого же ребенка пока никто не собирается. Подростка пытаются заарканить исключительно в воспитательных целях. Арканить лошадей и быков придумали тоже ковбои. Джон Вакуэро может поймать кого угодно. Даже нашего оператора. Оружие ковбоя против разъяренного быка, убежавшей лошади или индейца – лассо. Это прочная веревка с петлей на конце. Чтобы петля затягивалась мгновенно, движущиеся части веревки обшиты кожей. Она-то и улучшает скольжение. Джон Вакуэро говорит, что научиться забрасывать лассо довольно легко.
Нужны годы тренировок, спокойствие и особенная шляпа. Ковбои арканили быков, рискуя собственной жизнью. Так вот, чтобы выйти из дуэли победителем, перед Родео они тайно молились Деве Марии, скрытой под шляпой. До Родео осталось несколько секунд, а в Леваду никак не могут вывести животное. Дикарь сопротивляется. Этот зверь даже седло на себя не позволил надеть. Нужно быть или смельчаком, или безумцем, чтобы сесть на такого буйного жеребца верхом. Ковбой, растащите его в разные стороны, очень крепко. Чуть-чуть прижмите к земле, чтобы человек сел. Как сядет, тогда уже отпускайте. Вы думаете, конь упал от усталости? Вовсе нет. Он хитрит. Делает все возможное, лишь бы не сажать себе на спину наездника. Опытный ковбой ни за что не разрешит лошади лежать на земле. Один раз позволишь, потом не отучишь. Похоже, у наездника закончилось терпение. Седлать дикаря выходит следующий герой. Ослабить веревки, которые сдерживают коня, можно только после того, как ковбой сядет верхом. Иначе жеребец человека покалечит. Больше 11 секунд на этом звере никто не усидел. Видите другого? А вот и наша знакомая Ольга. Разве такая девушка справится с диким конем? Ведь даже у мужчин ничего не вышло. Кстати, это тот самый буланый конь, который никак не давал надеть на себя седло. Выходить на Родео он тоже не хочет, упирается. Вы только поглядите. Девушка что-то шепнула коню на ушко и лихо запрыгнула в седло. Ай да Ольга, 100 очков вперед любому ковбою. Считать коня объезженным пока рано. Впереди месяцы тренировок. Поглядите, как мустанг раскидал по сторонам бравых ковбоев. Зато рядом с Ольгой жеребец ведет себя прилично. Девушка ему определенно приглянулась. Похоже, дальнейшим воспитанием дикаря придется заниматься именно ей. Галилео на дрессировку не забудете пригласить? Скажу вам по секрету, укрощать трехлетнюю лошадь — это, как мне кажется, не так сложно, как попробовать укротить трехлетнего ребенка. Если он разыгрался, захотел чего-то такого, что вы ему еще не купили. Вот это похлеще всякого Родео.